нету такового вот конкретно. Пришел исторический центр. Мы от вокзала довольно долго шли. Непонятные магазины. 4,99, 10 евро. Что-то пока мы не поймем, что тут происходит. Как-то пыльно, везде одни бутерброды. Вот идем, ищем посмотреть одну достопримечательность. Хочу рассказать вам, что, может, вы знаете, нет, так будете знать, что Неаполь был основан в 8 веке до нашей эры, какой он старенький. Сейчас мы зайдем вот в это вот церковное сооружение и посмотрим катакомбы. Это под землей. Подземный город. Потрясающей красоты собор. Восхищает это величие, монументальность. Вообще, посмотрите на эту работу потолка, картины. Высоченные арки, колонны. Великолепно. Пока мы ищем вход в подземный город, мы продолжаем рассматривать разные как бы отделения, вот такие вот часовые. И хочу еще добавить, что эти катакомбы, они появились за счет извлечения из недр земли горной породы, которая называется туфа. Для строительства домов, дворцов, вот, церквей, храмов. И под землей стало появляться свободное пространство. И вот это вот свободное пространство позже стали использовать с целью за хранение святых и почитаемых людей. Сейчас надо узнать, где это точно располагается. Мы спустились вниз, при этом соборе, ну, типа саркофагов, даже не типа, они есть, вот этих святых. И впервые слышу такое название. В общем, как нам сказали, катакомбы на ремонте. В общем, я уже смотрела эту работу. А вот там орган. Я вам скажу, какое тут происходит безумие. Во-первых, посмотрите на все вот это. Все куда-то бегут. Базар явный. Не город, а базар. Сумасшествие. Ничего не возможно.